Всем привет! Давайте в этом видео разберемся просто как делать необычную деталь или обычную деталь. Может это быть диск для машины, может быть пропеллер для самолета. Но в принципе вот такая штука сейчас будет. Откроем цилиндр, вытянем его, включим Edit. Правая кнопка мыши перевернем, зайдем в Initialize. Так, нажмем поле F, сделаем сразу отверстие. Так, что еще можно сделать? Уменьшим дивайды, поставим 16. И уменьшим вот эти дивайды. Ну, где-то давайте до 7. Нет, поставим на 9. 9. Так, ну, в принципе, заготовка готова. Чуть-чуть можно ее сплюснуть вот этим сайзом. Все, пойдет. Жмем Make Polymesh. Делаем дубликат. Можно здесь сделать пустоту. Вычесть. Но, ну, давайте расскажу, как ее все-таки сделать. Есть такой вариант. Делаем геометрии, делаем DynaMesh. Теперь делаем опять дубликат. Нижний сабтул отключим пока. Вот так вот перевернем, пробел нажмем. По прошлому видео вы все это знаете. Зайдем в Size. Так, в геометрии найдем Size. Вытянем вот так вот. Уменьшим ее по размеру. Вот таким образом. Чуть-чуть уменьшим. Вот так. И с помощью MOV все это дело перетянем. Вот такая заготовка у нас получилась. Пробел. Прозрачность отключим. Теперь Drive Size включим. Заходим в сабтулы, на второй сабтул ставим вычитание, вот эту вот клавишу. И на верхний сабтул переключаемся. Теперь жмем Merge Down, жмем ОК. И левая кнопка мыши Ctrl, снимаем выделение. Так, вот такая запчасть у нас получилась. Давайте полигоны. Вы видите, что полигоны слишком большие. И давайте сделаем теперь ZRMesh. ZRMesh ставим прям где-то 0,5. Вот так вот ставим. И жмем ZRMesh. Так, полигоны мы изменили. Вот этим будем работать. Теперь переключимся на второй сабтул. Вот так вот. Зайдем в геометрии, опять Size, сделаем его побольше, чуть-чуть его сплюснем вот так вот. И теперь поработаем с первым сабтулом, тоже такое же проделаем. Зайдем в геометрии, этого только уменьшим. Немножко нажмем Size. И, в принципе, он установлен нормально. Вот где-то вот так и будем, наверное, работать. Можно его вглубь, конечно, увести. Но давайте так попробуем. Все, это мы подготовили. Теперь жмем Merge Down, объединяем два этих сабтула. Вот. И теперь поработаем с Z-Modelier. Включаем Z-Modelier. Вот на эту деталь давайте переключимся. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно или здесь освободить место вот от этих вот, как, групп. Жмем Delete, жмем Edge Loop Complete. И вот так вот все это дело давайте очистим. Так, все это у нас хорошо получилось. Теперь заходим в Transform. Активация симметрии, по Y у нас стоит, радиалы включим и включим радиалов 4. Так,
Все, симметрия включена. Выровняем, как он у нас стоит. Теперь заходим, опять же, в Z-моделир, пробел. Жмем Delete. L полигоны и A single поле попробуем. Single поле мы удаляем. Давайте смоем. Так, симметрия есть. Тут два, все нормально. И теперь поработаем с центральной нашей вот этой частью. Так, надо вот это все подгадать, чтобы это все было ровненько. И вот так мы это все поубираем. Считаем, тут 4 осталось, тут 4. Смотрим, как это все отцентровано. Давайте еще по одному уберем вот так вот. Все нормально. И теперь опять же жмем пробел. Можно, чтобы видеть вот эти вот детали, заходите в Display Properties и нажимаете дублировать. Вот все. Теперь вы видите те детали, которые были скрыты. Нажимаем пробел опять и жмем Bridge. Ставим ту полис, вот эту вот, и посмотрим, что у нас получится. Ту холос, жмем. Вот находим ребро, вот выделяется белым. Чуть-чуть поближе поставим, чтобы увидеть. И вот так вот соединяем. Вот что-то такое у нас получается. Так, вот что-то такое у нас получилось. Теперь давайте сделаем Ctrl-D, отключим поле F. И вот такая вот у нас прикольная деталь вышла. Также можно делать диски для колес. Все это дело можно гнуть, вертеть. Опять же, тем не диск, тем не пропеллер. Так, и работать можно в деформации. Опять же, можно работать с ротацией и так далее. Вот такой может получиться динамик. На громкоговоритель. Или какая-то деталь прикольная. Вот опять же, вот такую деталь можно сделать. Словом, экспериментируйте. Вот такая прикольная штука есть.